Поехали. Брукли Хан сегодня открывает произвольную программу. Не лучшим образом. Это спортсменка, выступающая под австралийским флагом. Прокатала свою короткую программу, но в 19 лет это, согласитесь, совсем не зазорно. По полной Брукли Хан, и надо отметить, что в произвольной программе, конечно же, ей удалось значительно больше, чем в короткой. Короткая получилась откровенно неудачной, но вот в более длинной и, соответственно, значительно более сложной программе она продемонстрировала, что есть еще
порох пороховница. Ну, правда, не все у нее получилось. Вот, в частности, в каскаде из трех прыжков каждый последующий прыжок уменьшался на один оборот. В частности, тройной сальхо, двойной тулуп и в концовке одинарный Ридбергер или Ойлер. Но, главное, обошлось без недокрутов. И, в целом, эта спортсменка сейчас довольна своим выступлением. Очень разносторонний человек Брук Лихан. Она занимается конным спортом и даже принимает участие в официальных соревнованиях. Она отдает должное своему тренеру Сергею Айпану, который родом с Украины. И сама Брук Лихан говорит, что без него она бы не добилась того, что есть у нее в настоящий момент. Так что нужно последить, я думаю, за представляющей зеленый континент американкой. Она родом из Соединенных Штатов Америки. И, во всяком случае, сейчас она дает повод сказать, что ее неудачное выступление в короткой программе было не более чем эпизодом. Может быть, переволновалась. Совсем еще молодая, напомню, 19-летняя спортсменка. Но сейчас она откатала настолько здорово, что не исключен вариант, что она доберется до личного рекорда. Пока ее личный рекорд составляет 98,5 баллов. Ну а сейчас главное, чтобы арбитры сейчас устаканили свои оценки за компоненты, и тогда мы узнаем, сумеет ли или нет Брукли для начала перебить личный рекорд. Ну а на сладкое, может быть, и за сотню перебраться. Не обратил я внимания, повторили уже тройной лут в ее исполнении или нет. Это точно не он. Так. Это сальхов. Три оборота. Аксель 2,5 в концовке. Комбинация на хороший плюс. Нет, лутс, по-моему, не повторили. Если это не так, поправьте. Но в любом случае, там уже начинают применяться те самые нововведенные с нынешнего сезона правила, и она получила восклицательный знак за это, что, однако, не помешало Брук Лихан преодолеть отметку в 100 баллов и даже почти добраться до 103. Это ее личный рекорд, и по сумме баллов, по-моему, до 100.